Вот читаешь заголовки, и сразу можно придумать какую-то сутку. Ну вот тут говорится, Регина Тодоренко, мне очень повезло, с мужем он дико дисциплинированный. Это дико дисциплинированный, это, короче говоря, подкаблучник. Читать всю статью не хочу и вообще неинтересно, вот-вот, неинтересно читать. Такая большая статья, большая-пребольшая, у нее тоже какая-то джинсовая одежда, ну, фиг с ним, этой с одеждой, вот он. Муж дико дисциплинированный, короче, подкаблучник, вот. Вот так. Так что вот так, господа, придумывайте различные тексты для ваших, как говорится, статеек нормальные.